Игорь Викторович, главный вопрос. Итоги прошлого сезона и перспективы будущего. Команде исполнилось 7 лет. И я хочу сказать, что когда создавалась команда 7 лет назад, мы представляли, что нам тяжело ворваться в мировую элиту велоспорта. Но итог этого года, конечно, мы все ждали, что это будет первое место в командном зачете. Но, как здесь многие ребята говорят, что и я, как бывший спортсмен, могу сказать, что для этого нужно везение, счастье. Но чуть-чуть оно нам не улыбнулось, все равно второе место, 13 очков от первого места. Я оцениваю, что итог неплохой. И мы максималист по жизни, поэтому хотел бы сказать, что это первое место, второе место. Но самое главное, для чего создавалась «Катюша», элемент «Катюши», это для того, чтобы наши российские гонщики на этой площадке получали наивысший доступ к мировым соревнованиям, конечно, России. Что-то получилось, что-то не получилось. Будем расти дальше. Игорь Викторович, зарегистрирован новый товарный знак «Катюша», теперь уже не просто команда, да? Какой, вот как бизнесмен, можете сказать, какой у нее потенциал вообще экономический? Главное в этом бренде, в этой команде, это, конечно, привлечь спонсоров. Потому что через спонсоров спорт, особенно велосипедный спорт, это прежде всего профессиональный спорт. Профессиональный спорт – это, безусловно, бизнес, деньги. И мы учимся мировому опыту. И все элементы, и команда «Катюша», и бренд – это элемент большого развития мирового велоспорта. Я как член совета директоров мирового велоспорта, мы проводим реформу для того, чтобы велоспорт в мире сделать еще более значимым, более привлекательным, чтобы больше мальчишек, девчонок стремились ездить на велосипеде, туристические команды, компании проводили туристические походы, ходили, на велосипедах, отдых и все остальное. Поэтому все, что мы делаем, мы нащупываем с каждым годом те элементы, чтобы больше привлечь к велоспорту. И, конечно, спонсоры, от которых мы зависим. Велоспорт зависит, да и в принципе весь спорт зависит. Поэтому шаг за шагом мы делаем все. На российский рынок рассчитываете? Надеемся. Недавно господин Куксон, президент UCI, высказал идею, что каждой команде мирового и европейского тура нужна, подразумевает поддержка. Какую перспективу в этом плане у «Катюши»? Я перед этим сказал о том, что «Катюша» создана, безусловно, для того, чтобы наши российские спортсмены, набираясь опыта, выступали прежде всего на Олимпийских играх, чемпионатах мира. Конечно, это в интересах государства, это реклама нашей страны, это имидж нашей страны, поэтому мы надеемся, что государство нам будет помогать. Какой перспективы гонки мирового тура в России? Сейчас непростое время. Мы надеемся, потому что лицензия у нас есть мирового тура. Но мы в одиночку это не можем сделать. Безусловно, это будет создана рабочая комиссия, которая возглавляет Варкович. Поэтому мы надеемся, что рано или поздно, сейчас, конечно, фокус нашей страны это чемпионаты мира по футболу. Мы надеемся, что в любом случае найдем место для такого важного элемента, как тур России. Очень важный вопрос. Вы планируете избираться на следующий срок президентом Федерации велосипедного спорта? Знаете, все зависит от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Я ни за какие должности не держусь. Я оцениваю свое место только там, где если я буду полезен. Если я буду дальше полезен, то пускай меня выберут. Если я не нужен, то я не стремлюсь продолжить свое президентство Федерации. То есть будут все-таки решать коллеги ваши, да? Безусловно. Если я нужен в системе, то значит, но если не нужен в системе, значит, у меня такой демократический подход. Но система, вот на ваш взгляд, вами выстроенная, заработала в России? Ну, я считаю, безусловно, после такого определенного провала, когда распался Советский Союз, и как велоспорт, как и многие другие виды спорта пострадали, безусловно, мы остановили падение, и результаты молодых наших гонщиков говорят сами за себя. Безусловно. Сделано что-то, но я не могу оценивать свою систему, которую мы создали. Мы должны оценивать другие, и, безусловно, плюсы результаты. Но все-таки точку невозврата мы прошли? Я думаю, да. Каковы перспективы нашей команды на Олимпиаде? Можете дать какой-то прогноз по медалям? Ну, это счастье. Мы надеемся. 18 комплектов медалей. Раз в велоспорт – это удивительный спорт, потому что третья позиция в мире по количеству комплектов олимпийских медалей. Безусловно, мы надеемся. Мы великая страна с великими традициями. Безусловно, я надеюсь, что у нас будет несколько олимпийских медалей.